Давайте поаплодируем, поддержим наших участников. Ладно, на самом деле, это была небольшая шутка. Они не надуваются ртом, они надуваются только насосом. Поэтому внесите нам нормальные уже надутые шары. Можете на память оставить, потом рассказать жене, какая у вас сила духа. Или мужу. Итак, сейчас задание, поскольку наша программа называется «Навстречу счастью», то в каждом доме есть такой какой-то амулет, предмет, который приносит удачу, счастье, добро, оберегает от злых сил. Я предлагаю вам сделать из наших шариков как раз те самые амулеты, которые на протяжении вашего рейса будут вас оберегать. Итак, поехали. Включайте вашу фантазию, можете делать с ними все, что угодно. Но задание сделать амулет, который приносит удачу, счастье, оберегает от злых духов. О, есть у нас уже большинство готово. Зайка моя, ду-ду-ду-ду, я начальник в подкасте. Отлично. Ну что, я думаю, что все уже практически справились. Давайте поаплодируем нашим участникам. Ну и сейчас мы будем узнавать, как же называются эти амулеты. Выходите, пожалуйста, на серединку. А, у вас еще в процессе все. Ага. Если будет много, то это, наверное, будут сосиски. Сосиски? А вас сегодня плохо, нам уже не накормили? Сегодня хорошо. А вот до этого дня был плохо. Это же вопрос жене. Хорошо, давайте, что же он символизирует? Скажите, у вас вот этот амулет сосиски. Если я буду хорошо накормлен, то мне все будет хорошо. Будет хорошее настроение. Аплодисменты амулету. Так, движемся дальше. У вас как амулет называется? Солнышко. За лучиков не хватает. У вас кофта желтая, она сойдет за лучики. И что символизирует? Хорошее настроение. Хорошее настроение. У нас будут зеленые стоянки, и как раз у вас там, я уверен, что будет хорошее настроение. Аплодисменты. Амулет у солнышко. Ну тут все понятно? Айка моя. О! Танец от нашего зайца. На дискотеке сегодня будете зажигать? Давно тебя люблю. Хорошо, расскажите, что же символизирует ваш амулет и как он называется? Костюм зайца. Костюм, уже костюм. То есть это все еще в процессе. И мы увидим уже полностью одетого шары, да? Что символизирует? Зайца. Зайца? А что амулет приносит? Удачу, счастье, здоровье? Или просто часто ездите на трамвай с зайцем? Диетическое мясо. О, заберите, заберите. Аплодисменты. У вас что за символ? У меня символ счастливая семья. А где вы тут счастье увидели? Или семью? Глава семьи, если как всегда получится. А рядышком супруга. Посмотрите. Она вот это вот глава, а вот то, что рядом, это его жена. Да, хорошая семья, аплодисменты. Супер. Спасательный жилет на лодке. Спасательный жилет. А чего спасает? Мы катаемся на лодке и всякое может быть. То есть вы заядлый рыбак? Да. Аплодисменты. Символ жилет спасательный, хорошо. Счастье моей жены не за горами, а вот в этом амулете. О, аплодисменты. А как он называется? Это тоже ваша жена, я так понимаю. Это мой неприкосновенный запас. Понятно. На черный день бережете. Хорошо, так. А я думаю, что подкова. Подкова. А и что она символизирует? Символи подкова. А почему здесь помада? Я не знаю. Целовали, чтобы удачу вынесла. Хорошо, аплодисменты амулету Подкова. Ну, я так понимаю, это стрела Амура? Ну, наверное, стрела Амура. Но я хотела сделать немножко другое, но не получилось. Удочку для нашего рыбака. Я хотела сказать, что только вперед и вперед. О, правильно. Аплодисменты. Только вперед. Спасибо вам большое. Амулеты можете оставить вам. Ну и, конечно, за участие в нашей программе вам достаются такие фишки дня. Вручите нам фишки дня. Эти фишки дня вы можете обменять на памятные подарки и сувениры от теплоходной компании «Волга-Волга» и теплохода «Капитан Крускалюк» по окончанию вашего...